Вас приветствует коллектив УМВД России по Магаданской области. Желаем здоровья, благополучия, спокойной оперативной обстановки. И передаем праздничную эстафету коллегам из МВД России по республике Саха-Якутия. Ура! 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 Передаем пламенный привет коллегам из Костромы, заснеженной далекой Якутии. Желаю вам неиссякаемого оптимизма, интересной службы и успехов в решении боевых задач. Самаре привет! Примите искренние поздравления с берегов великой русской реки Волги. Здоровья, счастья, благополучия и успеха в службе! Передаем привет полицейским из Подмосковья. Поздравляем! И передаем привет всем сотрудникам полиции города Иркутска. Днем сотрудника органов внутренних дел. Ну, а мы передаем привет коллегам из Орловской области. Пусть в наших семьях царят благополучие, счастье и любовь. Желаем спокойных служебных будней, чтобы не подводило плечо напарник. Привет сотрудникам полиции Демидовского района Смоленской области. Желаем всем полицейским нашей необъятной родины новых успехов в благородном деле служения Отечеству. Передаем привет коллегам из славного города-героя Тулы. Оружейная столица, город самоваров и пряников. Поздравляет полицейских всей страны с Днем сотрудника органов внутренних дел. Вас приветствует город Ярослава. Наш город стоит на Волге и имеет тысячелетнюю историю. Мы поздравляем всех защитников правопорядка с профессиональным праздником. Желаем счастья, здоровья, успеха в борьбе с преступностью. Уважаемые коллеги, праздничные полицейские приветы, поступившие ко дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, успешно получены. Министерство внутренних дел России поздравляет все подразделения и службы и каждого сотрудника с праздником и желает стойкости и мужества, надежных друзей, крепкого здоровья, семейного тепла. С праздником!